качаем кровь и воздух одновременно. В связи с моей новой теорией кровообращения я делаю популярные фильмы, которые объяснили бы каждому на пальцах буквально, как быть здоровым, как ритмично в ритме своего сердца дышать и одновременно качать при таком дыхании и воздух, и кровь. Сейчас я включу метроном, и мы посмотрим, как это делается. Когда я пою мантру, а пою я ее в течение 8 ударов сердца, это я выдыхаю. А когда я губы трубочкой, сопротивлением вдыхая, это у меня полный вдох йогов. Итак, начинаем. Теперь я вам объясню, что значит эти манипуляции с руками. Сердце открывает свои клапана в течение одного удара, один раз, и пропускает порцию крови через себя. Если вы при вдохе создаете сопротивление, то легкие, как губка, впитает как можно больше венозной крови, которая протягивается через сердце из всего организма и накапливается в легких при вдохе. При выдохе вы сжимаете диафрагмы и межреберными мышцами легкие, и из них выходит и воздух через нос и рот, и кровь артериальная, заряженная, богатая заряженными эритроцитами, питательными веществами, а также созревшими лимфоцитами, кровь выходит через левый желудочек и дальше через аорту ко всем органам тела. И когда я вот так показываю руки раскрывающие, это кровь под большим давлением, каждый удар сердца подается через сердце в аорту. А когда я показываю вот в направлении к легким, это я всасываю при вдохе полные легкие воздуха и венозной крови. Человек, который таким образом дышит, а это дыхание называется полное дыхание йогов, он прозреет духовно и физически и будет вечно жить. Желаю вам во всем этом разобраться. Я вас люблю. До новых встреч. Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье
любого органа. Николай Полыгов.